Дорогие друзья, с нами опять Илана, пирожки, которые я считаю самые вкусные. И когда у меня день рождения, я заказываю только у Иланы себе пирожки. И эта замечательная, добрая женщина сейчас хочет рассказать, что после коронавируса, насколько время меняется, и она идет в ногу со временем, у нее новый ассортимент, гладкошер. И сейчас, Илана, расскажите, пожалуйста. Здравствуйте, Мариночка. Всем привет, меня зовут Илана Фришгросс. Я владелец торговой марки Food Farming and Hospitality Inc. В 2021 году мы официально зарегистрировали эту марку. И у меня на сегодня обновленная команда профессиональных поваров, пекарей. И мы расширили свой ассортимент. И теперь выпускаем не только пирожки, но и пироги, штрудели, трубочки, корзиночки. То есть у меня и выпечка, и определенные десерты. И как всегда вы привозите домой, да? Можно заказать? У нас оперативно, у нас можно сделать, значит, у нас есть несколько пикапов, то есть мы, у нас можно забрать эту продукцию и оперативно доставляем по Нью-Йорк-Сити. С понедельника по четверг у нас бесплатная доставка по Южному Бруклину. Окей. Как можно с вами связаться, Иланочка, ваш номер телефона? Связаться очень просто. Либо написать мне, либо 718-213-5017, либо у нас есть сайт gladkosher.com. Прекрасно. Я очень люблю кошерную пищу, считаю, что она полезная и вкусная. И с удовольствием заказываю Алены. Спасибо большое, что вы нам рассказали, как можно с вами связаться. Спасибо огромное. Да, вам спасибо огромное. Крепкого здоровья. И всем желаю того же. И до новых встреч, дорогая Мариночка. Спасибо. С вами была Марина Лагунова. Спасибо.